Частный дом ветерана Великой Отечественной войны Елены Ковыковой в поселке Дубки приведут в порядок. Домовладение разделено на две части, одна из которых недостроенная. Требует ремонта чердак, но основную сложность представляют большие щели в стенах, они пропускают тепло. Соответственно, было принято решение на уровне администрации. Глава округа дал поручение провести обследование строительных конструкций, определить, какие необходимо провести работы и начать ремонт с целью утепления дома и приведения его в соответствие с точки зрения жилых условий. На месте уже работают бригады Одинцовской теплосети. Проводят ремонт полов, ограждающих конструкций, утепляют чердак. В течение апреля в доме 92-летней Елены Михайловны частично заменят окна и систему отопления, обновят электропроводку. Уже к 9 мая дом будет полностью пригоден для комфортного проживания. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».